упоручка, неважные дела. Упоручка, разорвана шинель, но до царского села путь дорога весела, до тех пор, пока не выветрится хмель. Но до царского села путь дорога весела. А я отпуск взяла. Пока не выветрится хмель. Почему так рано? До тех пор, пока Волторг не стихнет. Я серьезно решила заняться своим здоровьем. А что вообще? Вообще не будет помнить ничего. Ничего не случилось. И может ни вообще ничего драку, не случится. Ни про драку, ни про плеть, ни про то, что смог посметь, и что мачеха отчизна для него. Ни про драку, ни про плеть, ни про то, что смог посметь, и что мачеха отчизна для него. У поручика на ментике узор, и платочек от одной мадмуазель. Он не помнит ни про спор, ни про тихий разговор, ни про то, что им назначена дуэль. Я буду очень стараться. Ты же знаешь, я ударник любого труда. Ни про спор, ни про тихий разговор, ни про то, что им назначена дуэль. Но в одном ему сегодня повезло. Кто-то молится за грешного и ждет. Дремлет царское село, но пока одно окно не погаснет, он из жизни не уйдет. Дремлет царское село, но пока одно окно не погаснет, он из жизни не уйдет. День Победы заканчивался. Впервые за многие годы вся семья была в сборе. И никто из нас не догадывался, что уже произошло событие, которое в ближайшие дни кардинально изменит всю нашу жизнь.